Всем привет, дорогие друзья, и сегодня мы отправимся на серию рейдов. Прожимаем ваши лайки, не забываем, что на Новый год в моем телеграм-канале у нас будет крутой розыгрыш на мой портфель Черешня. Так что, если кому интересный данный розыгрыш, залетайте по ссылочке в описании, ребят. Итак, значит, мы подходим к рейдерам, конечно же, завершаем, и я беру дробаш, ребят. Я беру дробаш, потому что дробаш — это на рейдах то, что нужно. Проверяем чоппер, или есть ли там пустые места, и если есть, садимся и едем на глобал. Здесь нам что-то предлагают, но нам это не интересно. Значит, у нас какой-то плеер, да, получается. Ну, давайте посмотрим. 86-90 плеер, вот такой интересный. Так, мы все с вами взяли, один дробаш достаточно, едем рейдить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что тут за база такая? Ну, давайте. О-о-о-о, база, конечно, идеальная. Так, а ну-ка, ну-ка, это колесо крутится, вертится, шар голубой. Пока я, наверное, скину сишки, потому что, ну, я что-то так думаю, что здесь сишки никакие не нужны. Ну, такое, что-то тут построено очень интересно. Маленькая, правда, база, но давайте будем разбирать. Разбирать ее будем сейчас как нужно. Так, тут везде у нас буфер. Тут везде у нас буфер, ребятки. Нам полюбас. Ага, вот здесь буфера нету. Проходим внутрь, смотрим, да, что у нас тут есть. Короче, тут, в принципе, дело к ночи. Как говорится, давай будем смотреть внутри. То, что мы там будем бегать, ничего не будет. Так, есть, да, 4 ящика у нас есть. Хорошо, отлично. Давайте дальше смотреть. Ну, такая база, конечно, маленькая. Но какие-то ящики, какие моменты, да, есть у нас. Буквально несколько ящиков. Еще пойду в тот маленький домик, попробую пробить. Может быть, какой-то там ящик будет. Не знаю, ребят. Ну, в принципе, дело такое неплохое. Так, надо, кстати, я заберу гвозди, так как мне они точно надо. У нас гвозди заканчиваются по чуть-чуть, понемножку. Нам нужно где-то их брать. Ну, вот на рейде как раз можно будет и запилить. Так, что у нас там? Один ящик открыли. Осталось 4 открыть. Такая разминочная база, скажем. Вот, в принципе, чисто разомнуться, чисто вот это все дело сделать. Так, заберу кожу. Да, блин, толстяк, иди вон отсюда. Вот так, молодечек. Пока ты там взрываешься, я открываю ящики. Так, сейчас мы быстренько-быстренько. Так, сюда, сюда. Талончики, жетончики, баллончики. Можно вот это забрать. Да забираем пока все, что есть такое, более-менее доступное. Вот, здесь еще 2 ящика, да, у нас получается. Изоленточка тут у нас раз. Ну, такая, база слабая. Слабая-слабая, капец, как слабая. Но ничего, ничего страшного. Я думаю, в этом нет. Так, болты возьму. Ну, окей, давай добьем уже так чисто наверняка, да, вот так тудух, 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 давай, Арнольд Шварценеггер, бег. Они как будто добегают туда и улетают сразу. Так, что у нас там есть? Ай-яй-яй, мы тут не пройдем. Слышь, дядя, дай я пройду, пожалуйста, дядя, дай я пройду. Вот так, молодечек. Все, все дяди прошли, мы должны выйти наверх. Наверх вот сюда и побежать туда. Ну, мне кажется, там маловероятно, да, что-то будет. Но проверить хочется. Вот чисто мне лично, вот, вот именно вот это маленькое здание, которое стоит просто так. Просто разбиваем этот маленький-маленький домик. Интересно, что здесь? А здесь у нас ничего. Ну, главное, что мы с вами вот тут сделали вот такую вот темку. Так, окей, все, погнали, будем идти дальше. Следующая база у нас плеер 85-74. Едем туда. Кто же этот нам плеерок-то подкинет? Но здесь, о, тут хотя бы есть какая-то каменка. Ну, сразу могу сказать, друзья, сразу, вот 100-500 миллионов процентов, мне так почему-то кажется, что вход, скорее всего, будет через каменку. Вот эту, 2 на 2 будет комната, и все, больше ничего. Именно там у нас будет 3 ящика, к примеру. Вот, видите, видите, смотрите, что я вам говорю. И вот тут тоже взрыв, взрыв, взрыв. Короче, везде взрыв. Вот, нужно было просто сразу заходить туда внутрь, 3 ящика увидеть. Ну, чуть больше, там не 3, чуть больше. Вот, ну, в принципе, нормально. Все, открываем, друзья, открываем данное заведение. Смотрим, что у нас выпадает, конечно, хотелось бы что-то прикольное. Зомбаки разлетаются у нас, тух-тух-тух-тух-тух-тух, хорошо. Вот, и разбиваем дальше. Все, все нормально, все отлично. Давай, толстяк, беги быстрее, что-то такие маленькие, конечно, базы попадаются, ну, жесть просто. Так, давай, раз, два, до свидули. Не мешай мне, не верь, я открываю, толстяк. Не мешай, черешня, не мешай. Так, что? Ой-ой-ой, это куда, пацаны, давайте это, давайте по одному, чтобы все было хорошо, чтобы все было отличненько, давайте, давайте, ну я уже добью их, чтобы они не мешали, вот, потому что будут мешать, пацаны. Так, есть, да? Разбиваем здесь, я сразу все открываю, потом буду смотреть, так будет удобнее, быстрее и так далее. Инструмент сломался, ну как раз нормально.
Что мы имеем? Бензинчик, конечно, конечно, заберем, двигатели, молоточки, болты, все, все, что нужно, то и есть. Вот это я понимаю базу. Так, тут что у нас? Деревцо, деревцо. Кстати, чего-то мне там не хватает, по-моему, дерева. Ну ладно, мы найдем потом. Ого, ничего себе, ничего себе, хорошо. Давай покушаем, типа, специально, да, чтобы вот так вот. Ну все, маленькая такая база, неплохая. В принципе, достаточная, да, чтобы побомбить, погасить четенько, все ровненько. Все, тут у нас больше ничего интересного нет. Идем дальше. Следующая база у нас под названием Кума, ребят. Прикиньте, Кума или Пума, я не знаю. Ну, такой базы, по-моему, я вообще не помню, что когда-то мы ее рейдили. Поехали смотреть. Залетаем на базу и смотрим, смотрим, смотрим. О, хотя бы первая каменная база. Фух, как я люблю, чтобы вот это расстояние было, тут два квадрата, раз, два квадрата, чтобы более-менее на чопере, да, мы могли с вами легонько сюда залететь, вот, я думаю, что здесь неплохо, возможно, будет, но давайте будем смотреть, что говорить, давайте смотреть, друзья, ой-ой-ой, сейчас как бахнет, уху, ну да, ладно, давай туда пойдем. Может быть, там что-то будет. Две сишки это маловато для данной базы, да понятно. Блин, а где ящики-то? Что за дичь-то происходит? What the fuck вообще? What the fuck, ребят? Так, ладно, давайте сбиваем данных зомбарей. Возьму с почты еще пару сишек. И потом уже будем взрывать, наверное, туда, и туда, и туда. Короче, сейчас разберемся. Давай, толстяк, за мной, мой лучший толстячок. Берем сишечки, мы с вами... Взял 3C4, давайте попробуем, ну, может быть, я не знаю, тут взорвать, там взорвать нужно по-любому, а может это одна большая. Так где же ящики-то, елки? Да вы что, на приколе, ребятки, что это такое, что это такое? Как это работает, объясните мне, почему я не вижу ящиков, пацаны, что за дичь-то происходит? Ну окей, давай в двери залетим, давай в двери попробуем. Ну мне что-то кажется, что здесь где-то, да, о! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну ладно, давай дальше. Ой, я не посмотрел шум, ребятки. Я не посмотрел шум. Ой, 89. Фух, повезло. Я думал, что будет 300, 500, 900. Так, что у нас получается? У нас получается вот такая вот огроменная база. 100, 500, C4. 5 сишек, да, мы затарили сюда. И что мы имеем? 3 ящика? Вы что, издеваетесь? Я не знаю, что в этих ящиках должно лежать, но я думаю, там что-то должно лежать, потому что с такими приколами я не согласен. Это затратная шляпа просто. Давайте я закроюсь хотя бы как минимум. Полюбас придет громила, мне кажется. Ну, чуть-чуть хотя бы как-то там прикрыться минимально, да, а там уже будем смотреть, ребятки. Мы сейчас откроем, а там ничего. Я буду ржать, если там просто ничего нет. Вот это будет смешно. Вот это да, вот это, конечно, будет веселье. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас, блин, еще закрыться бы идеально. Так, давай чуть назад вот так отъедем. Вот так, 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 вот так. Чинь-чинь-чинь. Ну, примерно где-то как-то вот так. Я надеюсь... А, не, чуть-чуть назад. Чуть-чуть буквально один сантиметр. Один. Может, это много, не знаю. Ну, короче, не важно. Важно то, что мы прошли. Это очень важно. Важно то, что мы ящики нашли. 3 ящика. Это бред какой-то. Так, сколько шум? 71. А, так мы 2 ящика откроем. 5 сишек-то взорвали на данной базе. Ну, окей, ладно. Окей, прикол. Прикол нормальный. Прикол отличный. Идем дальше. 87, как раз еще один ящик. Я думаю, мы сейчас тут чоппер затарим все. Не. База говнища. Говнища, 5C4, это не стоит того. Давай я, да, закину на всякий случай. Я не буду здесь долго находиться. Оно нам не надо. Оно нам абсолютно не надо. Потому что, ну, смысл, какой смысл с этого, я не знаю. Ну, такая вот дичь, полная дичь. Ладно, смотрим, смотрим. Третий ящик, друзья, третий ящик. Что же там будет? Что уже будет в третьем ящике? Вот это, конечно, интрижка. Раз, два, три, четыре, пять... 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10. Ну, как-то так, не знаю. Ага, мы закрылись, нормально. Ну, такое, конечно, такая база. Думал, что будет мощная, думал, что будет жесткая. Может быть, да, было бы. Но не так, ребят. Посмотрю еще здесь. Ну, тут покушать, давайте покушаем. Все, уходим с данной базы, идем дальше. Следующая база у нас...
плеер. Задолбали эти плееры 7941. Поехали, будем его разрывать. Едем, смотрим, что у нас тут за база. Ну, мне кажется, что это шлакоблочная база. Ну, я практически прав, друзья. Шлакоблочная база — это стандартная база, на которой, в принципе, абсолютно ничего, наверное, нет. Вот, я думаю, что именно так это работает. Ну, тут как-то так подозрительно, такая долговатенькая. Первый раз, кстати, такую долгую базу вижу. Стандартная. Почему стандартная? Потому что, смотрите, здесь идет типа несобратый чоппер, как всегда. Ну и, конечно, вот этот столик. Вот, как видите, есть резки, которые нужно вкинуть. Так, и вот это все дело. Ну, короче, вы сами понимаете, что это дичь полнейшая. Ладно, дичью. Давайте открывать, давайте смотреть. Сразу вам говорю, что здесь, возможно, есть 1, 2, 3 огнестрела, микросхема, телефоны, железо. Все, смотрите. Раз, огнестрел, микросхема, телефоны, железо, тут все дела, вот это все дело забираю. А пошел ты вон, пошел ты вон, пошел ты вон, пошел ты вон, пошел, пошел и пошел вон. Вот так. Так, какой диван, пацан, ты че? Ты че, ох ты толстячок. О, хорошенький, хорошенький урончик. Два выстрела, нету толстяка. Ну, короче. Ребятки, такая база ни о чем, просто ни о чем. Да, давайте я заберу, вот отдам там, например, этим рейдерам гребаным. Сколько там, 8 предметов нужно, 8 слотов ему сейчас затарю. И это, если я не ошибаюсь, это у нас четвертая, да, база, если я не ошибаюсь. Ну, короче, вот это все дело мы сейчас отдадим нашему рейдеру и потом пойдем на пятую. Если будет пятая такая же, все, хватит. Сегодня рейды закончены, потому что реально, ну, сколько ни ходи, постоянно будут такие вот долбанные базы. Все, погнали домой, идем дальше. Опять, друзья, плеер 7002. Ну, это что-то такое знакомое. Поехали, будем разбираться. Залетаем на данную базу. И давайте смотреть, что тут есть. Ну, сразу вижу, что... Что база ни о чем, как всегда, да, получается. Ну, все, понятно. Сегодня, ребятки, день, короче, не рейдов. Сегодня день просто... Вот таких вот маленьких, ну, непростых, скажем так, не скажем. Короче, необычные базы, такие маленькие, 300 дверей, 4 изоленты и 8 там еще чего-то. Как я ненавижу эти двери, это, конечно, трындец какой-то, просто трындец. Давай ты открывайся, где ящики-то? Сколько я рубить так буду, до утра или что? Где ящики? Блин, ну я так... О, буферка, хорошо. Хорошо, о, там все-таки нужно, блин, какой это, че я сразу не посмотрел, только шум поднял, вот, там по-любому 100, 500 миллиардов, 300 миллионов, 17 тысяч, 34 процента, понимаю то, что по-любому здесь каменка, 100%, 100-500 процентов, смотрите, раз, взрываем здесь и просто наблюдаем, что там будет пару ящиков, блин, я ненавижу эти базы, я просто ненавижу, ребят. Почему, вы спросите меня? А я вам скажу, это эти двери, долбанные двери, как же они меня кумарят, просто двери. Ой-ой-ой, 500 дверей, зачем ты поставил, кто создавал тебя база? Вот это через каждую дверь, долбись, вот это все дело. Короче, бьем, пока топоры есть. Я не знаю, что тут можно найти, но мне кажется, тут просто бородень. Ну, не сегодня, не сегодняшний день, как говорится. Ну, в принципе, да, неплохо. Вот, давайте открываем дальше. Эй, полегче. Что тут происходит, зомбаки? Я понимаю, что вы мощные пацаны, но у меня же дробовик с одного выстрела. Выношу всех, понимаете или нет? Все, до побачення, телебачення. Все отлично. Уху. Ну, хотя бы дробаш. Не буду миниган брать, наверное, он мне не нужен. Ну, вот, в принципе, ВСС-очку можно-то использовать, да, вот так вот взять и пах-пах-пах. ВСС-очку люблю, такая она классная штучка. Так, давай дальше. Что у нас дальше здесь? Я не знаю, сколько там шум, 57, мало, нормально. Более-менее еще адекватно. Забираем вот эти вот ресурсики. Идем дальше. А что там дальше не идет или что? Не понял. А как это ящик там? Требуется взрывчатка. Ага, здесь вот квадрат 3 на 3. Короче, 6, тут 9. 9 ящиков, да. 9 ящиков на данной базе, я думаю, что по-любому есть. И надо посмотреть еще 3 двери. Вот, потому что там буферка, это все дела. Так, тут мусорка, понятно. Мусорочка-то такая интересная, конечно. Эх-хэй, гори, давай пошел вон, давай. Бах, СД-шечка решает, да?
СВДшечка решает, ребят, просто молниеносно разваливает типов как нужно. Все, пошел вон, Тарантино. Так, что у нас получается? Два топора, а дерева нет. Ну, не знаю, давай попробуем вот эту комнатку залететь. Как раз один ящик и посмотрим. Там еще два будет, но я думаю, смысла туда лезть уже я не знаю. Может и нет, может и есть. Так, талончики, конечно же, сюда. Красочка красивенькая сюда. Вообще супер. Супер-пупер, рыбакет, как говорится. 97 шум, есть топор, есть дробовик, есть два места. 97 шум. Ну, конечно, можно было и сюда пробить. Но я не хочу, сейчас меня просто, наверное, скорее всего, зажмут, ребят, и на этом все закончится. Так, сломался топор. Все. Пока, пацаны, покасики. Все, хватит на сегодня. Я думаю, это достаточно. Я думаю, что сегодня такие, знаете, более-менее базы для ресурсов. То есть ресурсные базы, называю их так. Вот, давай посмотрим, что мы с вами украли, что мы с вами поимели и так далее. Оружие, дробовички на рейды как раз пойдут. Отличненько, все хорошо, сюда идет. Ну, немножко оружки, отлично. Следующее это хилочки. Ну так, более-менее нормально, адекватная цена. Ну, в принципе, хилки это такое дело. Можно и фармить, можно не фармить. Следующее, это ресурсики, да, давай вот талончики достаточно, в принципе, неплохо взяли на одно открытие, в принципе, нормально. Сюда мы их положили, здесь у нас что идет, болты, кстати, да, с болтами давайте разберемся. Я вот не помню, сколько там осталось до третьей 300, ага, 80, о, как раз нормально, больше не надо болтов, ребят. Сколько там болтов можно собирать, я не знаю, но я думаю, этого будет достаточно. Сюда один пластик, шестереночки, немножко фильтров, и будет все хорошо. Вот, это все дело можно теперь закидывать сюда, пускай там забирает, что хотят, то и делают. Вот, следующее, что у нас тут такое, есть какие-то ресурсы, сам не знаю какие, но какие-то там стакаются, какие-то не стакаются. Так, здесь что у нас? Медь, раз, вот этот, вас. Что еще здесь такое есть? Что мы можем еще здесь забрать такое? А, подожди, гвоздей у нас маловато, ребят. Гвозди, да. Вот тут шкуры есть, да? Да, давай шкуры положим сюда. Пускай лежат, может, где-то как-то пригодятся, наверное. Не знаю. Так, сюда тоже ресы. Ой, хорошо, как залетело. Вот, в принципе, нормально. И тут красочка, ребят, красочку. Когда-то я добью этот ящик, я уверен в этом. Ну, то есть, найдем как-то способ какой-то добить данный ящик, и все будет прекрасно. Так, здесь движок. Ну и все. А, подожди, не все. Тут еще... вот это, как она, схема. А, микросхемка, подожди, а где у нас микросхемы? Микросхемы же где-то в этих ящиках. Вот тут 300 есть микросхем. Где они здесь? Вот тут. Во, сюда зашло. Почти уже 300. Все отлично. Все химично, как говорится. Все быстренько сюда. И ящик у нас пустой. Все отлично. Все, ребят, я довольный. Как бы немножко ресов подкопили. Достаточно неплохо. Там на новичке скоро пойдем в бункер Брама. Наверное, завтра. Будем смотреть, ребят, бункерец нас ждет. Так что, думаю, что скоро мы увидим бункерец. Очень крутой, очень веселый, очень симпатичный. Так, а где пластик, я там видел? Вот пластик сюда, 300. Все, ребят, смотрите, все закинули, все перекинули, все накинули. Все четко, все ровно. Так, здесь у нас есть что-то? Да, давай отдадим рейдерам, там они любят это все дело. Вот, все рейдерам идет, все сюда. Бэм, на! Вот, я сегодня добрый, я сегодня могу отдать им все, что тут есть. И это, и то, и пластилин, и не пластилин. А, не, гвозди не отдам. Не отдам. Так, ну тут еще два слотика, вот это можно. Пускай себе отдыхают, правильно? Тебе можно доверять, но по рукам тогда. Так, все, ребятки, здесь у нас все поскладено. Ага, болты. Болты, кстати, да, давайте я, наверное, еще поставлю болты, так как у меня их очень мало, мы их поставим, скорее всего, пускай, если я не ошибаюсь, они там и делались, если я не ошибаюсь, да, не болты, вернее, а, вы поняли, гвозди, все, пускай делается себе, вот здесь у нас, ёшечки, вот сюда чикс, и вот сюда, чикс. Все, ребятки, все идеально, все супер-мега круто.
Так, тут у нас нету такого, нет, все. Я думаю, вот так вот разобрали, перебрали, набрали, перебрали, и все отлично. Только C4 заберем. Вот так вот. Так что не забывайте, ребятки, обязательно влетать в мой телеграм-канал на розыгрыш. Все дела будут у нас ближе к Новому году. Розыгрыш портфеля черешни. Кому интересно, залетаем. Так что вот такие вот пироги. Вам спасибо за просмотр. Всем удачки и всем пока-пока, ребят.